Раннее утро. Именно это время выбрали организаторы акции «Стань заметнее» для того, чтобы вручить каждому проходящему мимо ребенку по фликеру. Фликер – это специальный светоотражающий значок, который помогает водителю увидеть пешехода за 140 метров до него вместо 40 обычных, а при включенном дальнем свете и вовсе до 400. Вот эти фликеры, они отражают ближний свет автомашины. Вы оденьте их на верхнюю одежду, то есть будете заметнее на дороге. И не нарушайте правила дорожного движения. Акция «Стань заметнее» проводится ангарским ГИБДД и центром «Зебра», организованным при «Гармонии», уже не в первый год. В этом году она стала одним из этапов всероссийского проекта госавтоинспекции. Данная акция проводится в рамках широкомасштабной социальной кампании «Пешеход на переход». Она включает в себя много этапов, это один из первых. Самое главное, цель этого проекта – заставить людей понимать, что переход проезжей части безопасен только именно по пешеходному переходу. В акции приняли участие более 20 юных инспекторов. Они сосредоточились в районе своих школ около пешеходных переходов, в основном нерегулируемых, там, где особенно интенсивное движение и опасности попасть под колеса у школьников больше. Здравствуйте, мы отряд ЮИД. У нас акция «Раздаем фликеры. Стань заметнее». Возьмите фликер и носите его на верхней одежде. Счастливого пути. Для многих маленьких ангарчан путь в школу ежедневно лежит через проезжую часть, поэтому фликер – это действенный способ предотвратить ДТП с участием детей. Не лишним будет и наличие светоотражающих элементов на одежде ребенка. Сегодня в ходе акции с помощью значков заметнее стали около 350 ребят. Их могло быть гораздо больше, если бы хоть одна организация в городе подумала о маленьких пешеходах и помогла организаторам со средствами на приобретение фликеров. Ольга Деребера, Михаил Тырышкин, «Местное время».